Друзья, с вами Лара и канал «Мой альпийский сад». Сегодня я хочу вам показать свою черешковую гортензию. На дворе 9 апреля. Вот такие уже большие у нее листочки. У нас было несколько раз были заморозки. А буквально несколько дней назад было минус 3. И если мои крупнолистные гортензии листочки побило, то вот с этой черешковой ничего не случается. Я никогда ее не укрываю, ничего не делаю. Но сегодня я расскажу про совсем про другое, а именно про то, как она медленно растет. Я покупала ее, не знаю, 4, может быть, года назад, может быть, даже уже больше. Да, она была маленькой. Сейчас у нее вот такой ствол шершавый, толстый, некрасивый. Там такие воздушные корешки, похожие на плющ. И я совершенно не знала, куда ее сажать. Посадила вот в такой угол, где у нас есть сетка-рабица. Летом здесь приличная тень от деревьев больших. Здесь растут большие деревья, высокие деревья. Солнечно здесь только в начале весны. Вот сейчас пока нет листьев на деревьях. Она еще ни разу у меня не цвела. Она растет-то медленно, но как-то растет. Конечно, я буду ее пересаживать. Сейчас я уже насмотрелась разные видео и уже знаю, куда ее нужно посадить. Что-то такое должно быть деревянное, либо какая-то каменная шершавая стена. И тогда она будет цепляться по опорам. Но у меня есть старое спиленное дерево, я посажу к ней. А я сейчас поставлю видео на паузу и покажу вам эту гортензию, которую я нашла здесь, в Швейцарии, где я живу. В частных садах она встречается нечасто. Я не видела никогда, но иногда я встречаю ее в городском озеленении, либо возле отелей, в каких-то красивых местах, где она посажена уже много-много лет назад. Вот одно из таких мест я вам сейчас покажу. И там как раз она растет возле стены. Летом я там всегда приезжаю, когда она уже отцвела, в этот отель. Попробую приехать пораньше. Я не знаю, когда она цветет. Я пропускаю этот момент, поскольку у меня она не цветет. Это я удобрение сыпала и попала на нее немножко. Поскольку она у меня не цветет, может быть, в этом году она что-то соизволит. Но вот я не вижу тут ничего, никаких соцветий у нее. Я купила еще одну, кстати, потому что на эту я уже потеряла надежду. Там, наверное, огромное корневище, и выкопать будет сложно. Потому что, ну, растет она медленно, хочу сказать, медленно. Хотя, конечно, она выросла, но очень-очень медленно. То есть вы можете себе представить, вот если этой красотке там всего, я не знаю, там 5 лет, наверное. Мне Facebook пришлет напоминание, потому что, когда я ее купила, я публиковала на Фейсбуке. И вот сейчас, конечно, публикацию я эту не могу найти, но она выскочит. И летом я, конечно, расскажу про нее более подробно. А сейчас поставлю паузу на телефоне, я научилась это делать с помощью специальной программы, и сниму продолжение, уже показав вам вот ту самую гортензию возле отеля, где она растет, где она посажена. Друзья, я снимаю для вас продолжение предыдущего видео. Я вам сказала, что покажу гортензию, эту же растущую, уже очень-очень давно. Это очень старые кусты. Вот толщина, посмотрите, кустика внизу у основания. Ну, где-то, наверное, с руку. Вот здесь посажено вдоль такой опорной стенки. Не очень, возможно, хорошо видно из-за солнца, которое светит очень сильно. Кстати, вы видите, что здесь еще гортензия даже не набрала такие листочки, как у меня в саду. Только-только она начинает. Видите, какие почки у нее. Черешковая гортензия. Здесь похолоднее. Это горы. Где-то еще вот даже вдали вы можете увидеть снег. И вот она таким образом растет, посажена. Вот такие у нее толстенные стволы вдоль опорной стенки. Ну, я бы не сказала, что она прям присосалась к этой стенке намертво. Ну, где-то да, вот где-то я пытаюсь ее как-то немножко оттянуть. Да, какие-то старые ветки присосались корешками, видите, вот к стене. Такая стена шершавая довольно-таки. Я пощупала. А вот здесь посажено. Сейчас посмотрим, сколько примерно. Так, раз, два, я так думаю, три.
Ну, я думаю, 6 или 8 кустов плюс-минус. Видите, куда уходит вот эта стена. Это отель, отель в горах. И здесь вот в саду растет эта гортензия. Я постараюсь сфотографировать ее, или даже, может быть, заснять на видео летом, когда она будет цвести. Честно говоря, я почему-то всегда про нее забываю, про эту гортензию. Когда уже приезжаю сюда к августу, она цветает. Вот надо приехать, наверное, в июне. Может быть, в середине июля она, скорее всего, должна отцвести. Вот тут отдельный кустик посажен. Видите? Ну вот, в принципе, это такое место, которое ей, очевидно, нравится. Она здесь живет уже, я думаю, очень давно. Толщина, как я сказала, уже основание, наверное, да, с человеческую руку плюс-минус. Вот, и я думаю, этим кустам уже за 20 лет. Скорее всего, ее как-то подстригают. Возможно, чтобы она вот сильно там не перебрасывалась, потому что за этой стеной невысокая, вы видите, она там метр чуть больше. За этой стеной узкий тротуар и дальше уже проезжая часть. Вот такое короткое видео, друзья. Покажу вам еще один кустик. Наверное, отдельно сниму про него видео. Этой же гортензии, растущей абсолютно без опоры. Без опоры. Возраст куста я не знаю. Я думаю, ему лет 10, скорее всего. Вот. Ну, давайте, кому интересно, подойдем, посмотрим. Вот, да, видно, что ее обрезают. Скорее всего, садовники. Видите, да, что-то вот прошлогодние какие-то ветки обрезаны. Немного. Ну, укорачивают ее, да, укорачивают. Иначе она перепрыгнет через этот бордюр, и там будет мешать пешеходам. Это вот сегодня выходной, здесь никого нет. У нас Пасха, пасхальные каникулы. Все уехали из города. Ну и в этом отеле, в принципе, еще не сезон. Кстати, как выглядит отель и его название, если вам интересно. Друзья, ну вот такая небольшая зарисовка про черешковую гортензию. Давно я собиралась это видео сделать. Будем ждать, когда она зацветет. И буду вам тогда показывать эту же гортензию в цветущем виде летом. Всего хороших вам выходных. Пока-пока.